Всякие, добро пожаловать на новый видеоролик, в котором сегодня случится абсолютно невозможный турнир. Мы с вами опять на арене, где происходит драка между главными ютуберами Майнкрафта. И сегодня у нас сражается Домер и Пухляш. Пора уже решить эту проблему, все-таки кто уже сильнее, а то, в принципе, и тот неплох, и тот неплох. Хотя, конечно, Пухляш это вообще ни о чем сравнение с Домером, но нужно это проверить на деле. Поэтому, друзья, готовим чаек, кофеек, печеньку и приступаем к турниру. Господи, дайте мне бонга. Ой, гонка. Гонка. Поехали! Да я вам отвечаю, в этом поединке победит Домер, потому что никто, кроме Домера, ну что с этого Пухляша взять? А мы за Пухляша. Все, иди отсюда. Так и быть. Хорошо. Ну что ж, друзья, перед моей Харей находится наша арена, на которой сегодня будет сражаться Домер и Пухляш. Пора уже решить, я уже сказал. Ты что меня нюхаешь? Пора начинать первый раунд, в котором будет 10 на 10 армия Домера против армии Пухляша. Да, если можно назвать это армией. Ну а мы не будем медлить и приступим сразу к первому раунду. Ну что ж, друзья, мы с вами уже на арене и пора начинать наш раунд. Вот, посмотрите, армия Пухляша, она какой-то... Они все такие, воу, фейерверки пошли какие. Все-таки как-никак мы в пустыне, поэтому они решили... Пухляш решился одеться по стилю, да? Ну а Домер, как обычно, у Домера имеется меч, но у Пухляша, понятное дело, печенька. Что еще может хавать Пухляш? Ну а мы, наверное, пожалуй, уже стоит объявить начало матча и посмотреть на эту просто серьезную борьбу. Вы помните прошлый матч? Если вы не смотрели, обязательно посмотрите, где сражались Компот и Жители. Там они прям серьезно на себя заагрились. Они моментально, то даже бой не начался, уже какие-то серьезные потасовки были. Ну а Домер и Пухляш, видно, что Домеру абсолютно все равно на Пухляша, а Пухляшу вообще непонятно, что он здесь делает. Ну что ж, друзья, пора уже понять, кто здесь самый сильный, Пухляш или Домер в Майнкрафте. Пожалуй, пора начать раунд. Let's go. О, господи, так быстро начался раунд. Кстати, по-моему, Домеру наносит эффект. Пухляш наносит Домеру эффект ожирения. Серьезно? Ничего себе, они выносят Домера. Господи, Домер, давай. Домера, о, одного Пухляша вынесли, я вижу. Так, хорошо, Домеры, давайте, Домеры, я за вас. Домеры, господи, Пухляши зажали бедного Домера втроем и начинают его массировать. Серьезно? Так, хорошо, и давайте, три Домера на три Пухляша, практически, так, давайте, два на два, один, всего лишь один остался, давай, Домер, выжимай, ты сможешь, ну... Эх, победил каким-то образом Пухляш, в принципе, с неогромным отрывом, всего лишь два человечка, но я почему-то ожидал победы Домера, не знаю, ну почему-то так ожидал, в итоге победил Пухляш, ладно, хорошо, а мы, наверное, приступим к второму, я вообще-то, идите в жопу, я ставил на Домера, значит он выиграет, еще два раунда, чего вы на меня, я не буду вам платить алмазами, точнее изумрудами, задолбали, уже сбивают с меня деньги, еще турнир не закончится вообще-то, а, смотри, он уже обсуждает второму раунду. Ну что ж, друзьяки, начинается второй раунд. Господи, фейерверки, жители думают, обрадовались, что я тебе не дам изумрудов. Господи, как вы меня бесите так. Начинается второй раунд, и посмотрите, уже второй заход, второй раунд, и сейчас будет 20 на 20. В прошлом раунде, к сожалению или к счастью, победил Пухляш, но я уверен, что в этом раунде победит Домер. Ну, блин, потому что я на него поставил свои все изумруды, и жители он уже... Думают, как на Мальдивы съездить. Так, ну что ж, пора начинать второй раунд. И на счет 3 мы это сделаем. Вы готовы к этому экшену, к этому эпическому битве? Боже, господи, я держу кулачки за Домера, потому что главное, все, они все идентичны по урону. Просто имеет каждый свой эффект, как уже справляется с мечом или с печеньем. Господи, Пухляш просто давит Домера своим весом. Ладно, хорошо, нам пора начать второй раунд, поэтому... О, второй раунд начался. Так, смотрите, очень серьезный замес, и, пожалуйста, прошу, Домер, выгребайте. Бейте кучами Пухляша, Пухляш. Смотрите, Пухляш прям реально кучами галит. Он прям кучами бьет, а Домер пытается как бы один на один, но Пухляш давит весом. В прямом и переносном смысле слова. О, куча Домеров решили напасть, неужели? Господи, я что, был прав? Это реально... Давай, пожалуйста, выиграй, Домер, прошу, пожалуйста, ну...
Нет, блин, осталось 3 на 3. Пожалуйста, ну, 3 на 3. 2, остался 1 домер и 4 пухлиша. И, господи, как же все-таки хорошо и шло. И опять проиграл домер. Господи, да за что? Как такое возможно вообще? Я не понимаю. Ну как этот пухлый мальчик делает такие страшные вещи? Еще и с печеньем. Так, остался третий раунд, и он как бы решающий, тут уже все будет понятно. В этот раз домер проиграл еще хуже, тогда было, по-моему, 2 оставалось пухлиша, а сейчас остается 3 пухлиша, и, блин, с каждым разом все хуже. Жители уже, кажется, я проиграл, блин, ну это печально, конечно, друзья, ладно, это стоит лайка и подписочки, пожалуйста, дружище, я знаю, ты можешь. Ну а мы приступаем к третьему раунду, уже ночь. Прекрасное синее небо, а значит, пора начать третий раунд. Ну что ж, друзья, настало время третьего раунда. Это будет просто что-то невероятное, друзья. Вышел сам домер и сам пухляш. И кто победит в этом бою, будет неизвестно. Но это решит все. Это, считай, самый основной финальный бой. Именно то армия, как бы, кого сильнее, а это кто лично сам все-таки сильнее, домер или пухляш. Ну что ж, друзья, не будем медлить и начнем этот бой. Как всегда, мы усложнили арену, а именно добавили лаву и кактусы для сложнее, ну, чтобы было сложнее драться, во. Ну и в принципе, я не хочу затягивать, так как на кону стоит все мои изумруды, и это очень-очень много. Поэтому пора объявить начало третьего раунда, и, наверное, начало. Поехали, урашки, и все, начинается третий раунд, и теперь смотрим, кто победит, они уже заагрились. Во, сразу же, пухляш сразу же дал леща домеру, но домер не сдается. Смотри, пухляш его загоняет, я не понимаю, почему. Почему, в прошлый раз житель, по-моему, тоже загнал компота именно в этот угол. Блин, а домер бьется об кактус, это дополнительный урон. Так, хорошо. Пухляш загоняет домера, просто загоняет домера в угол и не дает ему выбраться. Господи, как так? Как так? Я не понимаю. Ну давай, давай, домер, вытащивай. Домер, я на тебя поставил, пожалуйста, ты должен выиграть. Смотри, они бьют, в принципе, поровну. Только при этом он еще получает урон от кактуса, черт. Все-таки, короче, пухляш зажал. О, капец, победил пухляш. Это неожиданно. Блин, все три раунда. Все три раунда так было близко. Серьезно, ну как? Ну как? Ну как это можно было сделать? Блин, слушай, я реально охренел. Все-таки ты мощный парень. Мощный в весе и так, но, блин. Идите нахрен. Ну что ж, друзья, победил пухляш, и, в принципе, это полноценно заслуженная победа, так все было поровну. Первый раунд был, в принципе, практически за домером, а второй раунд был уже практически хуже за домером, ну а третий раунд все-таки все решил. Пухляш своим печеньем доказал, что быть увесистым человеком — это очень хорошо. Ну а я теперь иду сейчас отдавать жителям последние изумруды, которые я все-таки проиграл. Эх. И буду снимать, как я выживаю бомжом, да. Вот такие будут видеоролики в последний момент. Ну что ж, ну а на этом я заканчиваю. Всем покасики, если вам понравился турнир, пожалуйста, поставьте лайк, напишите комментарий. Ну а с вами был Винчи. Покасики, 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 покасики. Все, отсняли. Фух. Так, хорошо. Значит, я проиграл все свои изумруды. Теперь верни мне чертовые изумруды, тупой ты пухляш, давай сюда мои изумруды, господи, побери, какого черта ты выиграл, как это вообще возможно, господи, сколько у тебя еще жизней, у тебя жировой запас, как это возможно, не смотри на меня так, ты пойми мои изумруды, изумруды, кто-то еще хочет изумрудов, или уже все, я так и знал. Поставил все изумруды, изумруды. Хрен вам не изумруды, понятно? Как выйти отсюда? А, точно. Чертовые жители. С этого упали. Кто спер мою кровать?